Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Daphne от производителя Mytoni. Это коллекция классических люстр с абажуром. Предлагаются они здесь на 5 рожков и на 7, а также есть еще бра на 1 рожок. Основание у люстры металл, цвет его белый с золотом, на покрытии будут потертости. Есть декоративные элементы на каждом рожке в виде листочков, они будут в матовом золоте. Абажур здесь из ткани, это органза, он полупрозрачный, и кантик будет бежевого цвета. Патроны Е14 из термостойкой пластмассы, а максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочек в комплекте не будет, они приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, которые выдают около 50 Вт каждая. Можем ее включить. Абажур совсем немного препятствует рассеиванию света. В целом светит она хорошо. В основном люстры с абажуром это приглушенный неяркий свет. И по этой причине идеальный тип помещения для таких видится именно спальня. Но данную модель я выпробовал в любое помещение, она способна освещать. Допустим, при этих лампах, которые использовал я, подойдет она для комнаты площадью порядка 15 квадратных метров. Высота у нее регулируется, максимальная на 1,16 м, минимальная может быть 54 сантиметра. Если всю цепь мы убираем, остается только крепление. Крепится она на крюк, диаметр потолочной чаши будет 11 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.